тянулись немножко, вот тесты сначала были, пробежали тесты, немножко тяжеловато прошли, но потом втянулись. Первая игра такая была немножко сумбурная, но потом уже вот сегодня, мне кажется, получше уже смотрелись, особенно первый тайм. Вот, и все набираем обороты, набираем физические кондиции и наигрываем связи. Мы все профессионалы и готовим себя к сезону в отпуске, то есть не запускаем постоянно где-то там пробежки, какие-то тренажерный зал. Понятно, что в двухразовом режиме немножко тяжеловато, но как бы не первый год в футболе, поэтому привыкли уже и нормально к этому относимся. Ну да, я знаком с тренировочным процессом, то есть для меня это не ново, понятно, там это было 3 года назад, поэтому какое-то время понадобилось, чтобы вспомнить все требования тренерского штаба. Вот, а так как бы для меня сюрпризом не было, потихоньку с каждым днем все больше и больше я понимаю, что хочет от меня тренер, вот, и надеюсь, дальше будет только лучше. Ну, наверное, Брестском Динамо, вот, тогда 2 раза выиграли кубок, тогда в молодежной сборной стабильно играл. Вот. Были знаковые победы, и много играл, был на хорошем счету в клубе. И в Луче тоже постоянно играл, хорошая была атмосфера в команде. Вот. И вот эти, наверное, 2 периода отмечу. Лично для себя ставлю цель как можно больше играть, приносить пользу команде, вот. Но самое главное – это командные цели, хотим забраться как можно выше, вот, и радовать болельщиков игрой и положительным результатом. Ну, если честно, только Левицкого одного немножко знал по молодежной сборной, а так никого не знал, честно, вот, но вот за 2-3 недели немножко уже познакомились, потихоньку общаемся, знакомимся, поэтому проблем с этим никаких нет. Все ребята хорошие, общительные, идут навстречу, поэтому вместе-вместе помогают нам, и не чувствуется, что в какой-то другой команде как будто здесь был, и раньше все хорошо.